29 июня на Колыме от коронавируса привилось рекордное число жителей – больше тысячи. Почти 5000 доз вакцины «Гамковитвак» и 780 доз «Ковивак» доставили на склады «Магаданфармацеи» 30 июня. Прививочную кампанию развернули в 28 пунктах. Подробную информацию можно узнать на сайте Минздрава Магаданской области. Записаться на прививку колымчане могут через сайт госуслуг и по телефонам 122 и 220 003. Напомним, получить вакцину можно гражданам от 18 лет, не имеющим противопоказаний. Всем желающим привиться необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС.